Можете на секундочку остановиться? Девочки, девчонки. 20. А сколько вам лет? 18. Есть документы с собой? Нет. Как вы сказали, дешево? Это мне отсюда. Ну как, ну я видео снимал, стоял вот за углом. Нет, мне отсюда. Ну я вот видео снимаю до сих пор, да, видите, да, видео пишется. Девочка, засняли. Ну, вы засняли вашу закупку, как вы закупали. Пожалуйста, давайте встанем сюда, чтобы не самое. Хорошо, без проблем. Идет видеофиксация до конца. Хорошо. Покажите, что вы купили в магазине. Слабоалкоголка, да? Да. Полицейскому покажите, пожалуйста. Подождите еще. Серьезно, засними, пожалуйста. Никак не можем подтвердить. Будут. Ну, значит, будем ожидать, да. Лицензия у вас никакого, имеется? Мамы нет. На данную деятельность. Документов нет. Можем просто отдать обратно. Это как раз-таки разойтись. К вам. Ставьте бутылочки. И можно уходить? Не-не-не, никуда уходить. Ну, мы учимся на втором курсе университета. Какого? Аграрного. Аграрного университета, вот и все. И мы не отсюда, вам мы не место. Студенческий нет, нам еще не выдали. На втором курсе не выдали? Не может быть такого. На первом курсе нам сказали выдадут, но еще пока не. Не может такого быть. Як стало відомо, під час з'ясування всіх обставин, ліцензія на продаж алкоголю у підприємця була відсутня. Та й самі псевдо-18-річні покупці виявилися підлітками 16 та 17 років. Про це вони зізналися поліцейським. Правоохоронцями було оформлено два протоколи з незаконного продажу неповнолітнім алкогольних напоїв та порушення підприємницької діяльності. Нагадаємо, що з 1 грудня у Харкові з ініціативи харківського міського голови Ігоря Терехова було запущено пілотний проєкт з охорони громадського порядку. Поки що діє він в індустріальному районі. Ігор Безкровний та Сергій Перець, Харківські звістя. Главные новости Харькова, Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.